Друзья, мы продолжаем наше движение из Флориды. Вот так с нами расстается Флорида. Не хочет нас отпускать. Мы из Флориды едем домой, в Вирджинию. А сейчас мы заезжаем в Джорджию. Вот справа вывеска «Welcome to Georgia». Ничего не видно опять. Опять хороший ливень такой, тропический. Второй уже сегодня ливень, по-моему, или третий. Идет 5-10 минут. Хороший ливень, так что дворники еле справляются. И потом, через 5-10 минут, через 10 минут ясное небо. Включаем аварийку, едем потише. Впереди вообще ничего не видно, как будто пелена белая. Поливает очень хорошо. Да, это только, наверное, во Флориде такие дожди. Однажды что-то подобное было и в Вирджинии мы попали. Мы не смогли ехать вообще в Вирджинии. И встали мы буквально где-то на обочине, потому что ехать было невозможно, было не видно вообще. Сейчас мы потихонечку едем. Такое было с нами в Вирджинии, что невозможно было даже ехать. Просто не видно полотна дороги. Как будто ты подвешен в каком-то белом мареве. Сейчас потихонечку едем. Так, видимость метров на 30 есть. Тропический такой поливает дождь с ветром, с хорошим. Такими порывами прям, как из ведра поливает. Мы едем по 95-й дороге интерстейту. Покинули город Джексонвиль. Направляемся на север. Ближайший наш пункт — это проехать город Саванна, и потом будет Южная Каролина, город Флоренс, где мы переночуем и двинемся дальше. Смотрите, какой шторм прям. Включили аварийку, едем 40-45 миль в час. Такие дожди во Флориде. Вот люди остановились, очень тяжело ехать. Так, знаете, на видео, вот когда я смотрю сейчас на камеру, на видео, ну такое впечатление, ну дождь такой хороший поливает, и все. Не передает, да. А вот как-то сглаживает камера. А вот когда смотришь сквозь лобовое стекло, через 30 метров фуры просто растворяются в каком-то белом тумане, как будто въезжают в столб воды. На этом мы заканчиваем видео. Ну, сейчас попробую поставить на паузу, и когда, надеюсь, скоро этот дождь кончится, я посмотрю. Мы посмотрим, когда он кончится, еще ясное небо. Еще не прощаюсь с вами. Друзья, вот о чем я вам говорил. Прошло где-то порядка около 5 минут. Кончается на глазах дождь. Вот он кончился. Прибавляем скорость, выключаем аварийку. Все такое очень частое явление в Флориде. Проливной дождь, что не видно. Проезжаете 5-10 километров. Дождя нету. И так может быть 3-4-5 раз за день.
когда вы на машине пересекаете Флориду. Причем, кстати, асфальт сухой, мне кажется, Феникса. Мы сейчас обратили внимание, сухой асфальт, то есть здесь дождя видно и не было. Вот такие дожди во Флориде. Друзья, подписывайтесь на наш канал, пожалуйста, поставьте лайки. Желаем вам всех благ, всего хорошего. До новых встреч!